police at my door. Fresh Adidas squeak across the bathroom floor. Out my back window, I make my escape. Didn't even get a chance to grab my old school tape. Mad with no music, but happy 'cause free. And the streets to a place. Итак, всем привет. Быстрый наряд дня к вашему вниманию. Сейчас покажу общий вид. Вот так это выглядит. Я не босиком. На мне балетки вот такие черные. Это платье. Вот здесь его рукава, если рассмотреть, да, здесь рубашка. Я ее рукав вот так подогнула. Мне показалось это забавным. Да, здесь также ремень. Платье я прихватила вот так ремнем. Такой вот интересный кусочек. Это все из Зары. Платье, ремень, рубашка, сумка. Только обувь это... Сейчас покажу вам. Обувь это Джеффри Кэмпбелл. И вот этот шарфик замечательный, который, мне кажется, он с одной стороны добавляет здесь еще один, видите, оттенок у него зеленый, синий немножечко. Он добавляет чего-то, это из Hard Rock Cafe, он добавляет чего-то интересного и в то же время соединяет, да, вот здесь опять же, видите, на рубашке есть вот этот бледно, как это называется, off-white, да, такой приглушенный белый, здесь приглушенный белый, здесь тоже приглушенный белый и, да. Сумочка, мне кажется, тоже является очень хорошим дополнением. Небольшая интересная деталь. Это обувь, значит, замшевая, сумка кожаная, мне кажется, да. Идеальное сочетание. И вот так все это выглядит. Опять же, два принта, мне кажется, они хорошо сочетаются за счет того, что в них они безумно разные, эти принты, но в них сочетаются одни и те же цвета. То есть красный, черный, черный, приглушенный, белый. И здесь тоже красный, черный, приглушенный, белый. За счет этого, на мой взгляд, все это связывается. И даже третий принт, как шарф, тоже, который основные цвета имеет тоже те же самые. Поэтому вот так, на мой взгляд, это все работает. И красная помада от Dior. И вот эти серьги, которые мне подарила подписчица Татьяна из нашей северной столицы, из Хайфы. Привет и большое спасибо вам. Да, я понемножечку интегрирую золото в свой гардероб. Еще раз общий вид. Вот так. И не забывайте заглянуть в мой инстаграм, Ксения Тельви. Инстаграм. Увидимся в следующих видео.